Как имам Шатаби в своей манзуме сказал, «Улаика ахлю Аллахи вассафуату аль-мала». Ахлю Аль-Куран, те, кто с Кораном живут, изучают его. Не просто его наизусть учат, потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Хайрукум ман тааллама Аль-Куран ва аллама». Наилучший из вас тот, кто изучал Коран и обучал других. Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Хайрукум ман хафиза Аль-Куран». Не сказал посланник Аллаха, из вас лучший тот, кто вызубрил Коран и других заставлял зубрить. Нет, изучал и обучал. Туда входит ильму таджвид, ильму тафсир, ахкам насих валь мансух. То есть все, что связано с Кораном, туда все входит в это знание Корана. Лугат аль-араби, арабский язык, все, что помогает нам понять Коран, речь Аллаха субхану ва та'аля. Размышлять над ним, афаля ятадаббаруна аль-Куран, ама аля кулубин акфалюха. Неужто вы не размышляете над Кораном или на ваших сердцах, опять же сказал Всевышний Аллах, замки. Не на вашем разуме, на ваших сердцах замки. То есть размышлять его сердцем. Поэтому все, что связано с Кораном, это, как сказал имам Шатаби, ахлю Аллахи ва сафуату аль-мала. Ахлю Аль-Куран, те, кто живут с Кораном, это приближенные люди Аллаха, субхану ва та'аля, и элита судного дня. Сафуату аль-мала, то есть элита судного дня.